Так, идем по центральной аллее парка Кускова. А вот игрок. Там особо смотрите. Ну, сегодня надо дождаться морозом на такой, что наверное, долго ждать. Ну, что ты так приколочек? Да. Никто не будет заслонять вид. Ну, сейчас рабочий день, поэтому... Да, да, да. Улыбочку. Саш, ты? Ты-то как? Да. Хорошо, у тебя ленинский взгляд. Да. Такой. Может быть. Саш, ты-то как? Да, хорошо. Хорошо живу. Мне будет легче, если ты меня конкретнее спросишь. Конкретнее спросишь? Насколько хорошо? Нет, кем ты работаешь-то? Да. Значит, я как приехал, работаю в охране все это время и параллельно еще учился. Закончил колледж, учился на массажиста, получил там 5 дипломов. Вот, делал практику какое-то время. Ничего себе. Вот. Да, хорошо, да, это я не знал. Но сейчас до сих пор охранником, да? Параллельно со всем, чем я занимаюсь, я, чтобы иметь какой-то финансовую базу, я занимаюсь. К тому же, наверное, свободное время есть. А что охранять? Пишу стихи. Ну, это основное, наверное. Некогда было, все правильно. Доходы, наверное, не особо не приносят, я так думаю. Стихи приносят убытки, вот, то есть да. Я на свои деньги издаю, и ага. Если мне повезет, и меня выберут из номинантов, сделают лауреатом, тогда издательства сами будут предлагать заплатить мне деньги и издать мои произведения. Но это шанс очень маленький. Однако я уже очень рад тому, что Россия меня помнит и что они мне прислали пригласили. Приглашение и диплом номинанта, и я смог стать членом Союза писателей России. Прислали мне удостоверение и значок. Вот с ним пойду. Таких, как я, не берут. Союз кинематографистов. Если бы меня не пригласили, то я бы не приехал, но раз проявили ко мне такое внимание, нет как бы выбора, я должен был приехать. Ты сам разве не хотел? Я хотел, но когда, как говорится, незваный гость хуже татарина. Ну ладно, всегда можно приехать. Это ж... Тем более у нас, по-моему, безвизовый. Да, безвизовый. Слава Богу. Хотя мне это все как-то странно напоминает, это безвизу. Наши и с арабами заигрывают, и с Израилем безвизу. А какая разница? Какая-то странная игра. Они там между собой, блин, нам чего. А мы прошли, там куда надо? А, мы можем обойти. Он сказал, вот, проход, вон дырочка. Наверное, туда. Да. Я так понял, что вот. Пойдем попробуем. Туда, туда, туда. Вот и указатель есть, смотрите. А, это всё, да, вон там. Вот знаменитый дворец. Thank you.
кухонный флигель. Да, 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 да. Понятно, подожди. Первый ледовый путь.